от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей. «Память, которой не будет забвения». Под таким названием в картинной галерее «Традиция» прошла диалоговая площадка с участием учащихся школ города и детей войны, представителей клуба «Собеседник», ветеранов педагогического труда. Речь шла о том, что война – это не только бои на полях сражений. Это и детские слезы. И ведь кого-то она застала совсем крохой, кого-то подростком, а кого-то на пороге юности. Представители клуба «Собеседник» знают об этом не понаслышке. Инесса Макарецкая рассказала о своем трудном послевоенном детстве, а Людмила Костерина и Нина Копелева – о пережитом малолетними узниками в концлагерях. Просмотр видеофильма, стихи и песни патриотической направленности еще раз укрепили всех во мнении, что нет ничего дороже мира и счастливых улыбок детей. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как огонь, те, кто брал, кто берет.